Ежегодно 12 января свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Почти три века назад Петр I издал указ об учреждении данных органов, призванных по его замыслу служить оком государевым. Наша съемочная группа поздравила сотрудников правоохранительных органов. В преддверии профессионального праздника в кабинетах Конаковской прокуратуры царит привычная рабочая атмосфера. В настоящее время здесь трудится 15 сотрудников. На их плечах лежит каждодневная обязанность по надзору за соблюдением законодательства, прав и свобод граждан. Для Конаковской межрайонной прокуратуры 2018 год, да равно как и 2017 год, и 2016, и предыдущие года, стабильно напряженно. Объемы работы соответствующие, поэтому сотрудники межрайонной прокуратуры всегда находятся в боевой готовности. По моему мнению, по мнению прокуратуры Тверской области, с поставленными задачами межрайонная прокуратура в 2018 году справилась. Результаты работы по отдельным направлениям надзорной деятельности также свидетельствуют о том, что в целом обеспечивали состояние законности на территории города Конаково и Конаковского района. Конаковская прокуратура – это единый сплоченный коллектив. Решение стоящих перед прокуратурой задач требует от каждого сотрудника высокого уровня профессионализма, самоотдачи и умения оперативно находить нужные, основанные на законе решения. Как говорят сами специалисты, работа в прокуратуре – это призвание, поскольку защита общества и государства у всех здесь стоит превыше личных интересов. В принципе, основа работа в прокуратуре – это как раз именно вот коллективный дух. То есть поручений и заданий всегда достаточное у нас количество, но тем не менее ребята перекрывают друг друга, то есть помогают друг другу. В основном личный состав довольно опытный, то есть сотрудников, у которых стаж меньше 3 лет, у нас не очень много, но тем не менее молодых коллег мы всегда поддерживаем, направляем их деятельность так, чтобы им было легче, соответственно, чтобы ребята приобретали опыт и в дальнейшем, в том числе и в карьерном плане, они у нас росли. Профессиональный праздник – это всегда возможность не только подвести итоги, но и наметить перспективы на будущее. На 2019 год сотрудниками прокуратуры выбран ряд приоритетных направлений в работе. Это противодействие терроризму, соблюдение земельного и природоохранного законодательства и борьба с коррупцией. Быть прокурором – это большая честь и огромная ответственность. В преддверии праздника работники прокуратуры по традиции принимают поздравления и слова благодарности. От себя хочу выразить слова поддержки и признания и благодарности сотрудникам межрайонной прокуратуры, которые, не считаясь со своим личным временем, понимают и знают, что такое служебный долг, и выполняют ответственно и добросовестно все те задачи, которые поставлены руководством как страны, так и Генеральной прокуратуры перед органами прокуратуры, в том числе и Конаковской межрайонной прокуратуры.